Да, все, беру. Импер. А могу взять? А, ребят. С Далтоном могу взять или со Шредером. Там много техники. Ульдемар, сначала вот следуем на склад вейпоинт, там вражеский танк. Такие люди сидели. Патроны бы мне кто кинул. Бегу. Сейчас будем заходить на тяжелый танк. Пили его. Прошу вас, батюшка. Спасибо. Вы его хорошо выгнали. Готов? Перпеты нам сбегается. А камень справа, пехотин. Видел, да, я сейчас за ним бегу как раз. Хорошо, горите. Да, это не без этого. Танк вы сломали этот? Да, там еще Сандра. Быстрее садись, быстрее садись. А вон еще какая-то хрень. Да чтоб тебя нальет! И меня просто бесит этот тупой сой. Я специально Reddit сделаю, чтобы Хигби сказать, какой он был вообще. Кто? Хигби, блин, не, до сих пор не починили с переворотом этого гала. Когда садится, да. Таким, блин. Да еще рекламу за то забили в убытке. Пошли они все в одно место. Убытки. Я мочи беру. Че стрельни на кондре пойду. Качаюсь. Блять, они меня сейчас разберут там Макс с инженером. Ты на открытом? Да-да-да. Блин. Куда ж ты пошел там открытое? Да я же не знал, что там еще и Макс с инженером вылезет. Блин, а эти ублюдки еще лучше. Непривычно с какой там летать после этого. Зато так все приятно быстро разворачиваться вместе. О! Сандру что ли допилили? Ну это вообще верх идиотизм. За патронной башней два Макса и инженеры. Я уже для тех, кто тут штурмует палку. Ребят, вот здесь на башне ничего до себя.